27 курсантов Ульяновского Суворовского училища оказались на амбулаторном лечении из-за загадочной инфекции. У всех у них обнаружена патология в легких. Первая информация о том, что в Суворовском началось массовое заболевание воспитанников, появилась 28 января. У 4 человек была обнаружена патология в легких во время плановой флюорографии. Остальных суворовцев, это более 500 человек, и преподавателей более 300 человек, начали после этого тщательно обследовать. По официальной информации Минздрава, на сегодняшний день число заболевших достигло 27 человек. Это ученики 5-9 классов. Имеется подозрение на заболевание паразитарного характера. Заболевание не передается от человека к человеку. И сейчас проводятся мероприятия по уточнению диагноза. На месте работают представители, медики из Министерства обороны Российской Федерации, Роспотребнадзор. Пока представители Минздрава точно назвать диагноз не могут, поскольку биоматериал, извлеченный из заболевших, проходит всевозможные анализы, на что требуется время. Однако сейчас можно говорить о том, что симптоматика у всех схожая, поэтому речь идет о групповом заболевании. По словам представителя Минздрава, начато медикаментозное лечение всех 27 человек. Однако, по информации родительского комитета Суворовского училища, число заболевших достигло 32 человек. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.